Внимание! Красивая игра. Тут не могу я не поделиться своим мнением от увиденного, потому что Stellar Blade, она же в прошлом Project Eve, еще года два назад, полтора, год, хорошо, не помню. Короче, до этого, смотря State of Play очередной, там, 20-х, наверное, годов, 22-го, было очень показано. Очень говорю. Ну, очень много будет сегодня вот этих очень. Я предупреждаю сразу, потому что, ну красиво, ладно. Показали нам Project Eve, и, ну, такие забурлили немножко, вот, ну, не то чтобы гомно, да, забурлили, но вот имело свойство быть вот этому бурлению, обсуждению нашей героини, да, вот ее форм, фактуры, нарядов и все в этом роде. Сейчас уже, когда нам целиком демонстрируют игровой процесс и нашу главную героиню, можно смело заявить, что это здорово. Вот я от себя могу смело сказать, что это здорово, это круто, потому что, ну, мне Bayonetta очень не хватает. Я помню, что вот 360 Xbox, у меня Bayonetta, и когда я вижу, как из-под ее каблуков у Bayonetta выскакивают бабочки, это же очень мило. Это поразительно, как мило, как вот мельчайшая деталь, она очень состыкуется с нашей ведьмой, да, у которой все в волосах. Ну, я имею в виду костюм. Ну, волосы длинные, черные, длинные волосы, да, красивые. Все это стыкуется и гармонично смотрится, да. Если брать Stellar Blade, который вот можно сейчас и геймплейные ролики увидеть, и демо-версии там различные на PlayStation 5, там особенно. Это же у нас эксклюзив, я так понимаю, да? И смотря на вот эту вот, героиню особенно, ну, на нее, да, и думаешь, вот Bayonetta же была, да, крутой, вот с этими бабочками, да, а наша Ив, у нее заколочка, понимаешь, вот, как круто, у нее заколка, ну, я не знаю, это заметно было или нет, может быть, там у нее что-то будет еще покруче или что-то еще выделяться, но если я вспоминаю Bayonetta, да, это ее волосы. То есть вся магия-то основана на чем? Bayonetta, да? На ее, естественно, обалденной просто харизме, да? На вот этих каблуках, пистолетах, ну и вообще на пушках, да? И волосы. А Ив у нас вот заколочка, она достает из своих волос, и у нее вот эта фигня превращается в меч. Я заметил это и хочу донести до тебя, что вот эти мельчайшие детали, девичьи, они очень классно ориентируются на этом, да? И как эта игрушка называлась, я сейчас ее не вспомню и не буду добавлять название. Forspoken, да, кажется? У нашей главной героини, у нее там ноготочки, короче, были, и мы, короче, какую-то магию в эти ногти запускали, и они там разные были. Здесь заколка у нашей Ив, заколка. Ну или как она там правильно называется, короче, не знаю. Вот эта вот мельчайшая деталь меня настолько поразила, я такой вот этими вот мыслями, да, восхлынулся. И думаю, как же круто, как же круто. Говоря о внешности, ну хорошо, если я не буду слишком так углубляться, у нас же Ив, да, она там с небес, все дела. Angel. Ну как еще Angel может выглядеть, да, кроме как вот Ив? Поэтому тут как бы логично все. И, блин, офигительно смотрится, когда она приходит в город, там, трущобы, да, игровой процесс может там любой найти. Она приходит в трущобы, такая вся зализанная, латексная, и там в этих тряпках ходят такие. А она говорит, чем я вам могу помочь? То есть сразу понятно, человек пришел помогать. Супергерой. Игровой процесс. В рамках моего великолепного и искрометного видео «Верю, надеюсь и жду», в рамках вот этих вот трех слов я еще раз напоминаю, что смотрю игровой процесс, добавляю список желаемого и хотел бы вот этими мыслями поделиться, почему я этот проект очень жду. Да потому что, ну, Ив, вот она вот какая Ив, ее наряды, естественно. Ни в коем случае уже неоднократно поднимал все эти темы насчет того, то, что не зазорно ли мне играть за барышню. Олицетворяю я себя как-то с этим персонажем. Но для меня олицетворять с кем-то,
это неприемлемо. Ты должен быть тем, кем ты являешься сам. Это в первую очередь. Если тебя как-то чуждо, тебя как-то стремает играть за Tomb Raider, да, за Лару Крофт в Tomb Raider, ну извини, чувак, но Лара Крофт, во всяком случае, она гробницы расхищает. Ты посмотри, что она творит, да? А мы всего лишь сидим и играем, и управляем, и думаем про себя, блин, вот, блин, девушка, я играю за девушку, как я могу... Да, ну, мне это вообще никак не чуждо. Я ни в коем случае не олицетворяю себя с тем, с чем я вижу у себя на экране. Да? Но ты же можешь сказать, ну хорошо, Нейтан Дрейк не крутой, что ли? Из Uncharted'а. Я скажу, конечно, крутой. И этот Маркус Феникс из Gears of War еще круче, я тебе могу сказать. Поэтому какое-то там олицетворение, говоря о том, то, что я люблю олицетворять себя с персонажем какой-то видеоигры, это неприемлемо. Это неприемлемо. Это невозможно, братан, как говорит мой очень хороший друг. Вот, поэтому, красота, она присущая. Ну, ты сам посмотри. Ну, у нас, ну, хорошо, ну, вот я еще раз скажу, я не тот новый человек, который вот появился, и у меня сразу PlayStation 4, да, было, или PlayStation 5. Я все это прекрасно наблюдал, и с первой, и со второй, и с третьей, и с четвертой. Ну, сейчас пятая, ну, чего ты хочешь? Чтобы они были некрасивые? Ну, графика, извини, не позволяет делать некрасиво. Да, можно сделать даунгрейд, апгрейд, перегрейд, навертить, перевертить так. Ну, вон, Metal Gear, да, у нас пятый. Можно было Solid Snake вот из первой части засунуть. Где у него текстуры, фиг разглядишь, там, его глаза, нос, там, профиль и так далее. Ну, кубы, ё-моё. Да, и не помню, в Tomb Raider была Лара Крофт квадратная или нет. Что-то такое, какой-то момент был. Ну, красиво. Должно быть красиво. Зачем новые консоли еще нужны? Ну, я считаю, чтобы вот такую красоту показывать. Ну, Чун-Ли вот у нас была вот в Street Fighter, вот последнем. Ну, шикарнейшая же. И очень прям вот у меня с ней такие параллели с нашей Project Eve. Прям очень похожи барышни. Очень похожи барышни. Поэтому новые консоли, новая графика, новая красота. Говорить ничего не хочу. Хорошо, Last of Us. Великолепно, да все там замечательные, они реалистичные. Не хочу доводить до около, но обязательно перепройду, перепокажу, все расскажу. Но не тема для этого ролика сейчас. Сейчас у нас то, что я увидел, да, и то, что я рассказываю. И вот докапываюсь, стараюсь докопаться, да, до истины. Копнуть поглубже в этот смысл глубокий. Когда особенно видишь, как она бежит со спины. Ну, тут да, тут очень глубокие мысли навеивают. Ну, не хочу говорить там, что за сюжет. Мы высаживаемся, бойня. Мы должны разобраться, в чем дело, да? Конечно же, у нас Нир, автоматы, параллели. Но совсем разные вещи. Совсем разные игровые студии этим занимаются. Совсем разные консоли. Да, Нир, автомата есть у нас на PlayStation 5? Или на Xbox? Но... Наверное, есть. Но это ж у нас эксклюзивчик идет, да? На новой, на совершенно новой, на красивой графике, пусть так скажем. И пусть красивое там все будет. Я не против. Наблюдать и лицезреть приятное на своем экране в нынешнее время, оно, мне кажется, того стоит. Поэтому, кто бы что ни рассуждал, кто бы что ни говорил, олицетворять себя с кем-то лично я не хочу и не буду. А вот... Наблюдать, созерцать. Блин, надо Байонету перепройти. Хотя первую. Классно, классная вещь. Очень приятно, очень смотреть на все это. Какая-то там боевка, я это ничего обсуждать не буду. Я как такой супер казуальный игрок, который выбирает Forza Motorsport за место Gran Turismo, о которой я в скорейшем времени, я надеюсь, что расскажу, потому что, ладно, хорошо, дам тебе такую небольшую тему. Я начал проходить пролог на PlayStation 3, Gran Turismo 5, да, пролог. И я столкнулся с проблемой, которая, не в каждой игре реализована, реалистичная проблема, короче, это очень круто. Поэтому, да, говоря о красоте, не забывая о своем духовном мире, да, о своем физическом накоплении, потому что это тоже красота, это ты есть. А то, что там на экране,
это люди придумали. Ну, особенно говоря, если про Stellar Blade, про Eve, про Bayonetta, про Tomb Raider, Lara Croft и Uncharted. Это все задумка разработчиков, которую ты либо принимаешь, либо нет. Вкусовщина, одним словом. Поэтому от увиденного я в восторге. Год назад, полтора года назад, два, говорил о том, что да, Project Eve я этот жду. Еще я тогда ругался, блин, дофигища проектов каких-то. Про Silent Hill там какая-то тема была, не помню. Очень жду. Тема классная. Смотреть на все это, лицезреть приятно. И тут, ну как, ну просто, просто не остается как делать, как верить, надеяться и ждать.